Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Есть обида на родителей, как их простить? Спрашивает Виктория. Обида, исходя из вопроса, за что-то конкретное, то Виктория помнит и, соответственно, это ей не дает покоя. Смотрите. Здесь момент такой, что вряд ли вы можете именно простить своих родителей. И вообще, это касается не только родителей, но и всех людей. А нельзя простить, ну, по своему желанию кого-то, на мой взгляд. Так, по крайней мере, говорит... тот подход, которого я придерживаюсь. Вот. Нельзя простить по своему желанию людей, ну и вообще кого-либо. Это либо, ну, это либо происходит, вот, либо этого не происходит. Вы можете сколько угодно, например, пытаться себя заставить, да, то есть вы можете, ну, пытаться себя заставлять, прощать, опять же, в этом смысле, кого-либо, да, вот, но, на мой взгляд, это от вас не зависит. Поэтому, как мне кажется, здесь главное не то, чтобы вы простили своих родителей, а здесь важно, чтобы вам, ну, перестало быть больно того, что произошло. Здесь главное, чтобы вы перестали испытывать негативные чувства. Точнее, не то, чтобы даже перестали их испытывать, а чтобы вы начали проживать эти чувства, которые сейчас, я так понимаю, у вас достаточно негативный такой отравляющий эффект, к сожалению, носит. Вот. И вот это можно сделать. То есть можно поработать с вашей обидой, можно помочь вам ее прожить, помочь вам сделать ее, ну, не такой болезненной, как вы чувствуете, например, ее сейчас. Вот это сделать вполне реально. А вот простить ваших родителей, именно вот простить ваших родителей, на мой взгляд, как раз таки невозможно. Когда вы будете готовы, когда и если вы будете готовы их простить, тогда вы их простите. Может быть, это произойдет сегодня, может быть, это произойдет завтра, а может быть, произойдет и через несколько лет. На мой взгляд, ну, как бы относиться к этому нужно именно так. И по-другому, ну, если по-другому это воспринимать, да, то, на мой взгляд, это такой же, в принципе, насилие над вами, как, вероятно, то, за что вы пытаетесь своих родителей простить. Я не знаю, за что вы их не можете простить, но думаю, что так или иначе какой-то элемент насилия был, вот, по отношению к вам, даже если, условно говоря, ваши родители этого не хотели. Вот. То, что вы
описываете, скорее всего, является травмой. То, что вы описываете, вас травмировало, и вас это гложет. Вам кажется сейчас, что если вы родителей простите, то вам будет не так больно. Ну, это не совсем верно, потому что боль, она не от того, что вы не можете простить своих родителей, а боль от того, что вы в определенной степени зажимаете какую-то свою реакцию на это. Ну, например, запрещаете себе злиться на родителей, запрещаете себе обвинять их в чем-то, запрещаете себе, ну, предполагать, например, что вы имеете право там, ну, что-то не делать, например, для них, опять же. Вот. И мне кажется, что в этом основная проблема. То есть это конфликт определенного рода, конфликт между тем, что хочется вам, и тем, что как бы вы себе реально можете позволить. Поэтому ситуация здесь такая вот, ну, скажем так, несколько вот неприятно, да, скажем так. Вот. Поэтому вся эта боль, все эти чувства негативные, которые у вас, ну, вот, сейчас имеются, нужно вам прожить. И если вы это делаете, то, соответственно, вам будет легче. А что решите с родителями, будет видно как раз после этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.